Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Demon's Souls. Мы находимся на этом тоненьком, узеньком мостике, на котором мы провели просто несколько кошмарных часов. Ну, для вас это была одна серия. Ну, короче говоря, вот тут мы дрались с людоедами, это был самый сложный бой за все время моего прохождения Demon's Souls, и я даже не знаю, сложнее ли он был, чем бой со стрей-демоном. Пока я не разобрался, как там, что с ним делать в Dark Souls. Ну, короче говоря, это был один из самых сложных боев в видеоиграх за последние года. Это, надо сказать, место полно страшной попу-боли нескольких тысяч игроков, которые играют в эту игру. Ладно. Нам нужно двигаться дальше. По идее, там, вот дальше в этой башне уже конец, собственно, этого мира. Там последний босс... Я уже добрался до него, то есть не на запись, когда играл, но в результате... Не то, что не на запись, я включил запись, но в результате она, ну, короче говоря, не пошла. Поэтому мы сейчас все это проделаем по новой, но нам сюда не по уровню. Я просто вам хочу продемонстрировать. Скорее всего, я просто помру сейчас тупо от первого же врага серьезного. И до босса больше не доберусь. Потому что враги тут ваншотят. Тем не менее, хочу показать вам занимательную катсцену и рассказать вам вообще, что это за босс такой. Это последний босс в этом мире, насколько я помню. Но сначала нам нужно, конечно же, с двухвостками опять разобраться. Которые дохнут с одного удара. И пошла катсцена. Катсцену эту я уже наблюдаю раз в четвертый, поэтому она меня, честно говоря, подбешивает. Но вам, я думаю, будет интересно. Поэтому смотрите. Повторюсь, четвертый раз я ее смотрю, потому что я пытался уже записать эту серию, но в результате у меня что-то там сбайнуло. Вот такой вот дяденька сидит. Это, похоже, местный управитель. Вообще удивительно, в последних играх мне приходится сталкиваться с таким количеством нежити, самый разнообразный, что просто это, блин, какой-то злой рок. Вспомним DZ, Walking Dead, Dark Souls, Demon's Souls. Кругом зомби, кругом нежить. Блин, да что ж такое? Я даже не знаю, где она хуже. Вот такой босс. Это вроде как обычный человек. Ну, то есть обычный байт, с которого можно и бэкстеп сделать, и парировать. Но при этом очень быстрый. И со странным таким тюрбаном на голове. Я бы даже сказал, со странно японским. По-японски странным. Я его практически убил в прошлый раз. И слава богу, что не убил, потому что это бы не записалось. Но в результате он это... Так, а мы все тут. В результате он, как я могу сказать, это самая легкая... Ну, короче говоря, не самая сложная часть этой локации. А самая сложная часть, что здесь есть два темных фантома. Причем не простых темных фантомов, а элитида, то есть ктулхи, ну вот эти вот с колокольчиками. Каждый из которых убивает с одного удара и при этом, ну, натурально выдерживает где-то по 5, по 6 мощных ударов моих. Причем мои удары не сбивают его, то есть если я, допустим, наношу мощный удар, то это не значит, что он перестает делать свой. Так что подумайте, какой-то бред выходит. Я в результате их, конечно, законопатил, но... Я не думаю, что сейчас у меня получится еще раз, потому что тогда я стрелами делал. Может, мне опять стрелами сделать? Это долго, но, по крайней мере, более-менее реалистично. Вон он стоит. Не знаю, посмотрим. Я сегодня времени засек. Поэтому, если чуть-чуть будет... Ой. Так, тихо. Отлично. Ой-ой. Не отлично. Так, сейчас смотрите, что будет. Значит, у меня нет особо шансов. Раз. Отлетел, хорошо. Электричество. Подлечимся. Давай. Давай, делай свою сильную штуку. Блин, я тебя боюсь. О, хапнул. Да. Как видите, я еще живой. Как видите... Это все настолько маловероятно. Да, блин, ну как он тут-то зацепил? Нет, это слишком, слишком сложно. И убил, да? Ну да.
Вот такие дела, в общем. Когда я говорю сложно, это значит, что это сложно. Верьте мне на слово. Последний раз, вот, когда мне показывали этих мэн-итеров, то есть людоедов, я думал, ну, людоеды, людоеды, в принципе, ничего сложного. Пока сам не попробовал, я не понял, какой это кошмар. Фу, так, ладно. Теперь вы поняли, почему я не хочу туда идти. Ну, придем в будущем, чё, когда маленько уже попроще станет. В принципе, их можно убить стрелами. Уйдет много стрел, если повезет. Но зачем нам сейчас заморачиваться? Успеется? Сейчас мы пойдем на уровень... Какой это у нас был? 2-2, по-моему, что ли? Ну, то есть, где флеймворкер? Я там еще не был на нескольких развилках. Меня, кстати, просили взять с собой кирку, мол, проникающее оружие, оружие, дающее проникающее ранение, оно на них лучше действует. Ну, то есть, на рудокопов, которые там... Так, у меня флабенберг с собой. Нет, у меня вингет спир. Кстати говоря, оно и есть проникающее. Ну вот, я, в принципе, с ней пойду. Так, фламберг, он, в принципе, такой же, как Бастард Сворд, чуть подлиннее. Но я не сумел прокачать до плюс 6, он плюс 5 и чуть-чуть помедленнее. Поэтому я от него откажусь. Так, ладно. Я думаю, все-таки надо было эту броню тяжелую снять, потому что я уже как-то, блин, больше приучился... к бегу и к уворачиванию, чем, собственно, к отражению атак и к блокированию. Ну ладно. Вроде как справимся. Посмотрим. Я надеюсь, конечно, это копье даст нам проникающий урон. Ну-ка. Плюс 11 всего? Ну, что-то мне это не особо нравится. Ну-ка, давайте-ка сначала попробуем подраться вот этим. Бастардом своим. Давай, иди сюда. Так, вытянем одного, чтобы они сразу вдвоем не нападали. А хоть сначала с одного попробовать. Лук у меня, кстати, лонгбоу. То есть длинный лук. Был короткий. Но в результате... Ладно, придется так их убить обоих. Да блин. Ну а в результате, короче говоря, прокачал декс и поставил длинный. Он мне больше поможет именно во время... Блин, ушла. Ладно, там я еще не был. Длинный лук мне поможет больше во время битвы со скатами. Ой, блин, да что ж ты делаешь, а? Так, ладно, давайте в эту сторону сходим. И давайте попробуем копьем, наконец-таки. Я думаю, урон будет ощутимо похуже, потому что, во-первых, оно не прокачанное вообще. А во-вторых, ну мало ли. Говорили, проникающим дерись. Давай, иди сюда. Да что ж ты не идешь-то? Ты сможешь ломать меня? О, все пошли, вся бригада. Шахтеры. Кузбасса. Блин, я не вижу цифру. Ну, в принципе, неплохо, кстати говоря. Но не скажешь, что и хорошо особо. Не вижу какой-то качественной разницы. Я, конечно, понимаю, что если его прокачать, то оно будет ощутимо больше урона наносить. Но пока что-то... Блин, конечно, радиус атаки меня радует. Вот так, с такого расстояния. Ну не красота ли? Офигенно. Ну, в принципе, нормально, я считаю. Так, хорошо, камешки пошли опять. Отлично. Так, ну и что, осматриваемся тут. Тут мы еще не были. Ни разу. Там еще у нас лифт был вниз, если бы мы налево повернули. Ой, как я не сделал бэкстепа? Я не понял.
Так, тихо, тихо, ребята. Это что за бунт? Так, ладно, ладно, все, все, спокойно, ребята, спокойно. Тихо. Блин, ну конечно, дальность атак меня просто радует. Надо будет посмотреть, что там для нее нужно. По-моему, Шардстоун для прокачки. Так, ладно, что-то я лажаю. Эта серия записывается в тот же день, когда я победил людоедов, поэтому я довольно-таки сильно вымотан. Поэтому могу лажать. Ну, я уже лажаю, как вы видите. Победить в один день людоедов и флеймлуркера — это, по-моему, неосуществимая задача. Ну, хотя бы попробую. Блин, копье неплохое, надо будет его покачать. Говорят, из него, из души кого-то можно будет в итоге еще что-то сделать. Ой, блин, только не говорите, что мне туда придется прыгать. Похоже на то. Так, отлично. Блин, в такой темноте. Ну, я сейчас убьюсь, скорее всего. Ладно. Дело житейское. Он говорит, что верный. По-моему, верный вот тут. Так, шаг вперед. Ладно, вроде нормально. Да, далековато падать. Так, хорошо. У меня колечко хорошее, восстанавливающее. Так, а там я был, по-моему, нет? Восстанавливающее. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Уф, повезло. Восстанавливающее жизнь потихоньку. Регенерирующее. Оно мне очень помогло в битве с людоедами. Так, и что дальше? Я попал? Или туда прыгать? А, вон. Так, хорошо. Куда дальше? Не останавливаюсь. Толку-то, что я останавливаюсь сейчас. Так, вон там уже дно, видать. Ну, отсюда прям туда упаду. О, кто-то упал. Так, ну-ка. Сделал шаг вперед. И шагнул в пустоту, да? Пошел, пошел. И убился. Так, значит, туда не выход. А вот сюда вот можно. Тут можно выжить. Хорошо. А вот отсюда. А, отсюда я уже спрыгивал, я же был. Был тут. Так, давайте-ка мы возьмем вот это. И спускаться. Тут сейчас засада будет. Я, пожалуй, даже встревать не буду. Так, второй бой с флеймлуркером. На мой взгляд, это достаточно сложно. Кто-то говорит, что с ним надо драться, исключительно полагаясь на скорость. Блин, мне, у меня же... Так, подожди. Давайте наденем шлем. Хоть какая-то защита. Вместо... Нет, вместо регенератора мы поставим кольцо защиты от огня. Пусть помаленьку хотя бы помогает. Но я не думаю, что мы сейчас его победим. Я просто хочу попробовать. А потом уже плотно так возьмемся за исследование этой локации. Пойдем налево. Ну, мало ли, вдруг победим, верно? Я, честно говоря, просто измотан после того боя. У меня уже и реакция не та. А тут такой враг. Так, ладно. 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 Вроде держу удар, да?
Ой, а вот это было ожидаемо. Да, довольно нехило так сдувает. Нет, мне кажется, это все-таки немножко не то. Неверняк. Да, блин. Задел, нет? Нет, не задел. Задел. Кольцо хорошо помогает. Только я ударить не могу, не успеваю просто. Да, блин, как я не попал? Или попал? Уф, так, надо... Блин, там еще лава это мешает. Давай, дружок, давай, удиви меня как-нибудь. Райце. Мне тоже не очень. Не знаю, что-то у меня большие сомнения по поводу этого босса. Блин, да я ничего не вижу просто, ничего не вижу. Супер. Так, ладно, что ж с тобой делать-то, а? Блин, я ту кнопку нажал, пардон. Да, блин, да просто я не знаю. Давай, дружок, давай, 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 давай. Хорош. Помаленьку, по чуть-чуть. Так, спокойно, братик. Тихонько. Блин, не дотянулся. Как же не вовремя. Блин, удар держу, но свои наносить не успеваю. Ой-ой-ой. Что-то мне, блин, терзают смутные сомнения. Ну ты посмотри. Да, ну вот это было просто подло. Просто подло. Так, все, я приготовился умирать. Отлично. Я тебя теперь ударить не могу, что ли? Да, хватай ты оружие. Хана. Нет еще? Блин, ты посмотри, какой я живучий. Все никак не помру, а. Да я ничего не вижу, блин, ребят. Отлично. Это вообще честно, нет? Хотя это Demon Souls, какая честность? О чем я говорю? А, давай, давай, давай. Ух, блин, я его убил. Видите, сколько у меня жизни? Офигеть. Да, сегодня явно день Бекхэма. Я двух сложных боссов убил за один день. Это удивительно. Ой, хорошо. Блин, ну, по крайней мере, у меня настроение поднялось.
Блин, это было достаточно, надо сказать. Фу, дайте отдышаться, у меня опять руки дрожат. Так, ладно. Даже не знаю, что сказать. Выиграл, выиграл его. Перевернул, еще раз выиграл. Так, что у нас тут? Я не знаю, мы сейчас эти души, вот, Dragonstone, мы сейчас можем Dragonsword свой прокачать, похоже. Так, ладно, вроде все тут, да? Красная душа демона. Отлично. Так, а нужно ли нам Dragonsword качать? Пока что нужды не вижу, давайте мы все сложим. Так, Глаша. Глаша, Глаша, дорогая, это моя, вставай давай. Так, что мне? Декс советует качать. Зачем? Мне не нужен Декс. Выносливость лучше, пожалуй. Или лучше вот так вот, давайте. Да, все закончено, Глаш. Отдыхай. Я не знаю, сколько времени эта серия идет. Это бардак. Так, теперь мы сложим эти все камни сюда. Целиком. Полностью сложим. И посмотрим, что нас ждет на 2-3, получается. Так, копишка пусть пока тут остается. Да, в принципе, все нормально. Пойдемте посмотрим, что дальше. Фу, блин, вот это был бой. Не, ну предыдущий гораздо, гораздо сложнее был бой. Бой с людоедами. Ну, конечно, флеймворкер под конец начал читерить. Он вот эти вот свои сшибающие все атаки начал делать через каждые 2 секунды. То есть там любой персонаж просто не успевал бы защищаться. То есть заспамил бы чисто. Мне повезло, что у меня защита хорошая. Скажем так, ладно. Идем дальше. Очень красивый какой-то коридор. А поп-коп буксует на месте. Поп-коп. У нас алтарь какой-то. Видимо, тут и родился этот флеймворкер. Лурк — это же ползать, типа, ну, как... Как это сказать? Извивающийся, ползающий, копошащийся какой-то. Он, значит, какой-то копошащийся в огне. Супер. Я слышу дракона. Это, походу, последний босс этой локации. Осторожно, спасибо. Не иди вперед без защиты. Блин, я опять забыл щит взять. Защищающий от огня. Твою мать. Так, Bloodstain. Ух ты, елки-палки. Тут без Blood... Блин, мне страшно. Ой, оно аж тормозит. Блин, я не хочу туда идти. Ты посмотри на него, это же Годзилла. А я в телесной форме. Ну ладно. Это самый страшный босс в этой игре. Это офигеть. И что мне делать? Ой-ой-ой, тихо. Ты не прошибешь эту стену. Блин, там еще саламандры, ее так не хватало. Офигеть. А я тут не пройду. Тихо, тихо, тихо.
тут я пройду. Ой, хрена себе. Так, ну-ка, подождите. Технический перерыв. Ой-ой-ой. Так. Блин, да успокойся ты. Давайте-ка посмотрим. Под него нужно 30 силы. Во-во. Офигенно. Ох, я с ним бегать не могу. Понятно. Ну вообще пофигу, да? Здесь безопасно, я уже понял. А вот что дальше? Да блин, уберите надпись, пожалуйста. Оно разрушается вообще, нет? Или мне нужно... Похоже, нужно выбегать туда. Я честно скажу, я не хочу этого делать. Я ничего не вижу, еще камера-то дебильная. Так, ну что, рванули? Блин, у меня здоровья нет для всего этого. Отвернись, пожалуйста. Я так понимаю, это позиционный бой. Ой-ой-ой. Ага. Я слышал просто про босса такого, что его нужно... Ну, короче говоря, я представляю примерно, что делать. Вы не подумайте, что это прямо вот так вот я слепо догадался. Я слышал, что тут есть какие-то огромные... типа арбалетов. Опасайся. Короче, опасайся. Камень, отлично. Как видите, это отняло у него достаточно много жизни, да? Так, камень там. Ай, так, ладно. Все? Нормально? Безопасно. А, вот тут можно прятаться. За колоннами. Вы слепой. На химеру похож. Из Resistance. Какой ты огромный, офигеть. Блин, там столько этих камней. Спокойно, спокойно. Фу, так, ладно. Это как, блин, мультфильм «Том и Джерри», да? Если я ощущаю Джерри. Огромный, страшный противник. Ты меня видишь, что ли? Вроде нет. Так, там уже вроде как очередное укрытие. Сейчас надо пробежать, прорубить и там спрятаться. Так получится, нет? Давай отвернись, пожалуйста. Ой, тут нет укрытия.
Тут нет укрытия. Так, ладно. Там еще развалины. Надо быть еще осторожнее. Ой, блин, как собака. Хоррор. Натуральный хоррор. Ой-ой-ой, ой. Понял, простите, понял. Да бей ты, мать твою, ну. Живой, живой. Живой, бежим, 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 бежим. Тут еще, еще. Ай-яй-яй. Давай, 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 пошел, 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 пошел. Давай, 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 давай. Фу, я вспотел, вот это было страшно. Бедный парень, да уж, бедный я парень, мое сердце раскалывается. Ты живой еще, что ли? Блин, у него еще жизнь есть. Ты не будешь какие-нибудь непонятные резкие движения делать, дружок? Тихо. Какой размах крыльев? Это натурально пара сотен метров. Поп-коп суровый. Все, я надеюсь. Ты не будешь больше коленца выкидывать? Смотри, не работает. Да никак вообще. Ага, надо подбежать и рубануть. А если я упаду? Ой-ой-ой, тихо-тихо. А, все, понятно. Да блин. Я предпочту не подходить, если ты не против. Все, похоже, да? Ну, драконий бог трофей нам дали. Я могу сказать, что когда ты за день трех боссов сложных убиваешь, это, конечно, да. Так, ну это, я так понимаю, все, конец этой локации. Уровень 2 мы прошли полностью. И 2.1, и 2.2, и 3.3. Ой, и 2.3. Блин, я уже все. Так, теперь давайте по-быстренькому сходим. И уже сейчас серию будем заканчивать. А сейчас там наверху где-то у нас была блестяшка, которую было страшно взять. Блин, не буксуй, пожалуйста. Фу, так. Вот этот бой был интересный. Он был несложный совершенно, но при этом очень интересный. Как-то такой вот несвойственно соусом, играм этой серии. А в них бои обычно как-то на скилл, а тут особого скилла не требовалось. Тут чисто добежать туда, добежать сюда. New Mongrass, это что такое? Я такое не видел еще. Ну и локация, конечно, феноменально красивая просто. Ладно, мы сделали это. Пойдемте в Nexus и потратим эти души с умом. Кирпич висит, круто.
Так, тихо. Не хватало убийцы только. Под самый конец. Ты получил дошу аркдемона. Туман больше не будет тебя докучать. Я так понимаю. А где этот туман-то? Ну вот на уровне 1.3 мы не могли попасть именно из-за тумана. Ну ладно. Сейчас нам нужно думать, куда двигать дальше. Но сначала, Глаша, давай-ка ты нам прокачаешь маленько жизни. Так, а мне нужно еще 9000 душ. У меня хватит, нет? Так, блин, сколько демонских душ. Давайте-ка мы их уберем сразу, чтобы случайно не использовать. Да, сегодня я продуктивно, так надо сказать, поиграл. Убил людоедов. Убил, ой, блин, убил флеймлуркера. Убил драконьего бога. Так, ну я так понимаю, что вот этих душ мне хватит. Угу, отлично. Так, и еще я хотел поднять еще чуть-чуть. Блин, Декс вот советует качать. Зачем он мне? Давайте на один еще. Оно все равно, как видите, там защиту поднимает. Отлично. Так, ну и что, давайте на этом прекращать эту серию. Могу сказать, что это было нелегко. Я думаю, сейчас нужно наведаться будет в следующей серии все так же в мир 2.2, где мы убили флеймлуркера. Но там было неизведано одно место, и я хочу туда сходить. Возможно, там что-то хорошее. Но все это будет в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.